Затраты на заработную плату водителей маршрутных такси, топливо, ремонт и техобслуживание автомобилей. Из-за этих статей расходов было принято решение увеличить стоимость проезда пассажиров. В этом году к нам обратились перевозчики и республики с просьбой увеличить тарифы на перевозку пассажиров и багажа по внутригородским направлениям. В среднем предлагался рост от 4 до 5 рублей перевозчиками. По результатам проведенной экспертизы был признан экономически обоснованным предельный размер 3,50. Стоимость на пригородных и международных маршрутах останется без изменений. Это связано с увеличением пассажиропотоков. Прежняя станция и оплата за проезд в троллейбусе. С учетом наших зарплат, пенсий, как-то бы не спешили с подъемом цен. Для студентов это неудобно, потому что размер стипендий не увеличивают, и это порождает новые трудности. Я как пенсионер, не знаю, мне кажется, что это будет накладно чуть-чуть мне. Копейки всегда надо будет носить при себе, когда дают сдачу. Так что не очень удобно, только из-за этого. Слишком много и слишком часто повышается стоимость. Увеличение стоимости проезда маршрутных такси коснется жителей Тирасполя, Бендер, Дубасары и Каменки. А вот рыбничане будут еще год ездить по старой цене – в 3 рубля. Там местная фирма-перевозчик согласилась работать по прежней цене. Светлана Березовская, Сергей Василев, Первый Приднестровский.